Всем привет, вы снова на канале Евгения Лайф. Сегодня будем готовить молоки лососевых рыб. Вот такие у меня молоки. Так, значит, есть вот такие большие куски. Я их буду разрезать на более мелкие части. Молоки я помыла, просушила. И сейчас покажу, что будем делать дальше. Например, на такие части надо нарезать молоки. Не очень крупные. Порезанные молоки я посолила, поперчила, перемешала и отставляю в сторону минут на 10. Теперь берем кусочек молоки и хорошенечко обваливаем все в муке со всех сторон. Так делаем с каждым кусочком. Так вот прям присыпаем, чтобы все было в муке. Обжариваем так до золотистого цвета с двух сторон. Примерно по 3 минуты с каждой стороны. После того, как молоки зазолотились с двух сторон, перекладываем на тарелку. После того, как мы молоки выложили на тарелочку, в эту же сковородку отправляем порезанный мелко лук и обжариваем до легкой прозрачности. Как только лук слегка зазолотился, добавляем сюда в сковородку соевый соус. И слегка обжариваем на среднем огне пару минут. К нашему обжаренному луку добавляю лук, порезанный полукольцами. Также добавляю сюда немножко сушеного чеснока и чили перца по желанию. Все тщательно перемешиваю. Выкладываю сюда молоки. Убавляю огонь на минимум, накрываю крышкой и даю протушиться минут 7. За пару минут до готовности все перемешиваем. Накрываем крышкой и даем постоять еще пару минут. Вот и все, дорогие друзья, наши лососевые молоки готовы. Это очень вкусно получается и нежно. Она прям вот тает во рту. Смотрите, какая внутри. Видите? Беленькая такая, красивенькая, сочная. Это очень вкусно, советую всем приготовить. Всем приятного аппетита, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и пока-пока!